На сцене Национального театра при полном аншлаге прошла премьера 82-го театрального сезона. Вниманию жителей Тувы была представлена музыкальная комедия «Хаджан Насреддин». Это фольклорный герой арабских сказок и анекдотов. Важно отметить, что Хаджан Насреддин при всей своей плутоватости всегда помнит о других, кто тоже попал в непростую ситуацию. Особенно его душа лежит к обиженным и обездоленным. Комедия получилась легкой не только благодаря юмору. Ненавязчивая музыка, восточные танцы, красочные узорчатые декорации, в том числе и струящихся материалов. Все это придает постановке особый шарм и воздушность. Хотя в комедии поднимаются достаточно серьезные темы. Министерство культуры Тувы запустило акцию «Тыва-Дылым» в честь Дня тувинского языка. По условиям акции необходимо наизусть выучить стихотворение на тувинском языке и зачитать его на видеокамеру. Готовое видео выкладывается в соцсетях с хэштегами «Тыва-Дылым» тувинский язык. Имена автора поэтического произведения, а также участника акции указывать обязательно. Национальная одежда и тетрализованность подачи приветствуются. Напомним, что праздник, посвященный родному языку, был учрежден главой республики Шалбаном Караулом в начале 2016 года по предложению народного писателя Тувы Александра Даржая. Также 18 января прошлого года глава Тувы подписал указ о Дне тувинского языка, который будет отмечаться ежегодно 1 ноября.